Марк. Какой хороший Дед Мороз. Покажи. Как надо красить. Ого. Ух ты! Конфета? Конфета? Не, она конфета, кукла. Кукла? Кукла. Так. Так. Точно кукла? Мне кажется, не кукла. А что ты с ней снял? Овал! Ой, овал? Давай открой, это Вика. Котята! Это конфета! Котята! Смотри, что тебе попалось. Мамы. Марк, ты устал? Пить хочешь? Скажи, Богдана. Богдана идет. Богдана идет? Богдана топ-топ. Богдана. Богдана топ-топ. Марк, а что ты делаешь, а? Что ты кушаешь? Что это? Что ты кушаешь? Чипсы? Марк, что это у тебя? Ай-яй-яй, Марк. А кто накрошил? Марк? No? Пипс. Пипс. Что это значит, Марк? Можно пускать. Ой. Не, ну, давай маму сильно толканем. Марк, давай, садись. Давай, толкаем. Давай, это тяжелая, надо вдвоем. Опа, поехала мама. Поехала прямо. Еще надо легче. Чуть мы ее в канаву не сбросили, да, мама твоя? Ой, Марк. Хорошо, что она легкая. Спасибо.
Да. Сколько человек делает эти потрясающие мини-объекты? Тихо-тихо. Спустя несколько часов я доехал до города. Марк, что там? Находится шведская компания. Что там будет? Мы с вами знаем, что шведы делают хорошие. Что это, Марк? Если честно, довольно скучные. Естественно, здесь тоже есть свои исключения. Слухи, да. Имя этого исключения. Марк, а что ты будешь? Картошку будешь? Марк, хотел картошку. Картошку Марк хотел. Мика хотел картошку. Картошку Мика хотела, да. Хотела картошку. Мика хотела кукольки. Это парень родом из Тбилиси, которого зовут Саша. И Саша вообще. Знакомьтесь, Саша Степанов. Сушки, скажи, Марк. Саша учился в Калифорнии, потом работал в Испании, а сейчас он главный по дизайну в Тюрьме. Так, Марк, иди сюда, Марк. Я вам сейчас покажу. Это Тюрьме Емера. Марк, а что у тебя с колготками? Покажи колготки. А что с колготками у Марка? Ай-яй-яй. Кто это сделал? Покажи. Кто порвал колготы? Ай-яй-яй! Что? Марк, это плохо, да? Я бабочка-тик-тик. Что ты хочешь рисовать? Я бабочка-тик-тик. Рисовать ножницы? Да. Помогай. Помогать? Вика поможет, мама кушать пойдет делать. Вика ест сушки с фаршем и с чаем. Марк, что кушает? Картошку. Картошку и холодник. Марк, скажи картошка. Не хочешь? Скажи картошка. Картошка. А скажи суп. Суп. Марк ест картошку и суп. Картошка. Картошка. Вот у Марка повесили телевизор. Теперь вот так в комнате. Устал, пошел и сам лег спать. Ну мне. О, молодец, давай. Да, донесем. Ой, давай еще раз. Давай. Опа! Давай. Молодец. О, ну, помощник ты мой. Вот. Вот, молодец. Вот так вот. А что это, Марк, у тебя тут будет, а? Что это папа купил? Папа, купи! Ого! Ого! Какой ковер! Класс, Марк, это тебе такой ковер здесь папа купил? Машинками можно ездить. И здесь выемка прям для машинок. Здесь пушистенькое все. А здесь такая. Надо затянуть. Тише. Дорога большая, ого! Нифига себе, поехала машина. Ну, прикольно, как все это тоже.
Теперь у Вики свое рабочее место. Сделали ей компьютер. Башню построили до потолка. Отпускай, Вика. Аккуратно. Эй, Марк, не двигай Вику. Марк. Марк вышел на прогулку, даже еще не успел выйти, и уже готовенький, бедненький Филиппок. Вот. Стоило выйти за дверь. Как Марк заснул, да, малыш? Купили люстру сегодня в спальню. Ну-ка, включи, повключай. Ой, я не включай. Ну как подключай? Ну правда не передает так сильно свет. Нельзя. Ну ясно. Нельзя. Тут есть регулировщик света, который... Нельзя. Нам не даст посмотреть. По попе. Тебе по попе. Ну, вот такая. Ботинка. Ремонтик. Вот Марк всякие светильники делает, регулировка тут разная. Потом, когда потолок сделается, лампа повесится, как положено, посередине. Оп, выключил лампу. Марк, будешь суп? Я, Марк, не хочет суп. Не хочешь суп? А что ты будешь? Котлета, Марк, котлета. Марк хочет конфету? Да! Нет! Может, Марк хочет салат? Нет! Будешь салат? Марк не хочет. Нет! Давай, салатик ням-ням. Нам на подъем. Стой. Марк хотел конфета. Нет, Марк не хотел конфету. Ты что? Нет, конечно. Марк хотел конфету. О, нет, друг. Марк не хотел конфету. Марк хотел конфету. Марк хотел суп. Да, ты просил суп. Марк хотел котлета. Нет. Нет. Где?
Марк завис. Да, Марк? Такая тишина наступила в квартире всего лишь из-за каких-то блокнотиков с пайетками. Да. Я все думаю, что он делает? Такая тишина. Мне так страшно сразу становится. Кажется, что Марк что-то натворил. А он вот сидит и пайеточки переделывает. Оп, 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 оп. Давай. Вот, приехала к нам Соня, и Вика научилась играть в собачий вальс. Молодцы. Выходные с Соней прошли не зря. Да. Ну, Вика, давай, покажи. Вот Соня меня научила, а потом мне понравилось играть, и я начала в интернете картинки искать, и вот все получилось. Молодец! Что еще можешь сыграть? Собачий вальс. Ну, давай. О, а что еще можешь сыграть? Так, во поле березка стояла, да? Да, и еще могу вон. О! А хэппи бёздей? Или ты забыла? А это я уже забыла, извините. Марк, тебя на гимнастику надо отдать? Да. Да? Марк, ты будешь гимнастом? Да. Да? Поняла. Да, я поняла. Так что, Марк, будешь ходить заниматься гимнастикой? Да. Да? Гимнаст будешь. Сейчас покажу быстренько, что у нас тут. Вот кухня, ну пока что она без фасадов, но уже есть кухня. Вот, я думаю все-таки сделать бело-серого цвета кухню, фасады. Вот, поменяли стулья, стол поменяли. Так, коридор. Коридор же мы расширяли. Вот. По стене видно, где полоса, там вот раньше была стена. Так, вот эта комната дочки. Вот. Поклеили обои, будем еще мебель заказывать. Потом, вот, комната Марка. Купили телевизор, поклеили обои. Тоже потом мебель будем тут менять. Вот.
Здесь была раньше большая одна комната. Вот даже видно, что там стена раньше была. Здесь мы поставили кладовую, сделали, правда, тут бардак, потому что еще ремонт не закончен. Тут вход в спальню. Ну и вот, собственно, спальня. Уже мебель куплена, все сделано. Ну и потолки везде будем делать натяжные. И вот в спальне шкаф еще. Вот. Ну вот так, чтобы получилось.